Вера в Бога все равно, она как бы, скажем так, некоторым людям, конечно, помогает жить. Но если кто не верит, никто не вправе вас даже к этому принуждать. Не-не-не, я его предупрежу, что мы, то мы заходим, да, и... Процесс угасания, умирания, он один из кандидатов, он был избран на высокий пост, там был Амы, то есть главы буддистов в Забайкалье. Пошли, ну сейчас поговорим, сделаем что-то. Открытость ваших намерений, да, каким-то таким образом. Так, как же мы сделаем Сегодня вам предоставилась такая прекрасная возможность для того, чтобы посетить Дацан, совершить добродетельные деяния, совершить горо, это священный обход вокруг Дацана, да? И удостоиться благословения Хамбаламы Тигилова, которому вы зашли, поклонились, получили его благословение. Ефрейтор Цыбиков Зарикто Упсундак Баевич, старший механик-водитель. Да, с Баир Ламой я его знаю с 2015 года. Ну, неоднократно ездили с ним полигон Цугул. Конечно, в армии необходим такой человек, чтобы человека на путь истины поставить, чтобы не сможем же в Дацан съездить, там Дацана, там далеко до Дацана. А так с ним поговоришь. И так, ну, успокаивает все равно, как-никак. Может, какие-то вопросы решить? Но свои, конечно, проблемы какие-то в семье там. Мы все ездили в Волгинский Дацан, первый раз увидели Хамбалама Этигелу, вот так, на его. Угу. Да. Раньше времени так не получалось. Дом, работа тоже, да. Вот Баир Лама нам организовал такую встречу, со всеми договорился, поучаствовал в этом, в обряде, первый раз в жизни.
Такого обряда еще я никогда не участвовал в таком обряде. Интересно, да? Конечно, узнаешь что-то новое, то я не знал, как даже вообще обряд происходит. Ну, зовут меня Батомункуев Баир Михайлович, в миру так Баир Лама. Должность моя — помощник командира по работе с верующими военнослужащими воинской части в городе Кяхта. Ну вот сегодня мы с военнослужащими посетили Иволгинский датсан, удостоились благословения Хамбаламы Итигилова, провели также обряд подношения мандалы. Ну, подношение мандалы является одним из самых высших подношений в буддизме. Ну, ранее, вот, получается, у меня есть на территории части маленький храм в виде юрты. Туда ко мне приходят военнослужащие. Ну, мы каждое воскресенье проводим с ними ритуалы, в том числе вот такое подношение мандалы. Ну, это редко, конечно, по особым таким дням. Много военнослужащих бывает обращаются с какими-то своими проблемами, может быть, там, семейными, там, ну, служебными даже бывает, что многие обращаются даже перед поездкой, там, какие-то командировки, чтобы дальнюю дорогу как бы успешно съездить, успешно выполнить некие задачи. И в 2012 году мне поступило уже такое предложение от командира бригады, чтобы я занял вот эту должность помощника командира по работе с верующими военнослужащими. Ну, как бы я, конечно, не сразу согласился, я думал, все-таки это большая ответственность. Но в итоге как бы согласился, и в 2013 году приказом министра обороны я был утвержден в этой должности.